Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас я покажу, как можно без операций, без каких-либо грубых манипуляций сделать так, чтобы диастаз, то есть расхождение прямой мышцы на животе, оно перестало влиять на внутренние органы и перестало иметь место быть как таковое, с помощью теипирования и определенных упражнений. Поэтому смотрим сюда. Для того, чтобы определить, есть ли расхождение прямой мышцы живота, нужно протестировать. Что делать? Берете ваши руки, ставите в проекцию пупка. Вот под пупком и над пупком немножко провалитесь в мышцу, чтобы почувствовать уже переднюю брюшную стенку. Вот таким вот образом. И если диастаз, то есть расхождение прямой мышцы живота уже имеется, то вы уже почувствуете определенный провал. Как его сравнить? Сравнить можете с мышцей, которая рядом находится. То есть здесь будет плотно, а сюда вы встали и будет определенный провал. По степеням диастаз делится на 4 степени. То есть это на один палец первая степень, на два пальца третья степень, на три пальца четвертая, третья. И на четыре пальца будет уже четвертая степень, когда прям ну, вообще разошлось все подряд. Это чаще бывает у, после, у женщин после беременности у тучных людей, у которых раньше был большой живот, либо после травм и операции на переднюю брюшную стенку. Вот такие моменты надо иметь в виду. Как еще можно проверить, есть диастаз или нет? С усилением, то есть он может быть скрытый, то есть мы также встаем пальцами на область выше пупка и ниже пупка и просим напречь живот. Как это сделать? Нужно поднять голову и оторвать лопатки то есть напрячь пресс по сути. И в этом напряженном прессе мы чувствуем, можем мы провалиться туда или нет. Можете опускаться. Если у вас на один палец, на либо на два имеется провал, а выше этого провала все плотно, значит это расхождение имеет место быть. Что делать? Что нам нужно, чтобы зафиксировать, укрепить и стабилизировать прямую мышцу живота? Очень хорошо подойдет кинезиологический тейп. Берите пока любого производителя, который вам доступен. Также нужны будут ножницы, чтобы нарезать этот тейп, и любой доступный антисептик, желательно спиртово содержащий, для того чтобы обезжирить поверхность, на которую мы будем клеить тейп. Потому что э, тейп нужно будет носить до 5 дней, и кожа под ним будет все равно, обмен веществ в ней сохраняться, чтобы не было каких-либо непонятных явлений вроде высыпаний, вроде раздражения, лучше ее подготовить, обезжирить и обеззаразить. Теперь, как накладывается тейп? Для начала нужно измерить длину. Мы накладываем его на всю прямую мышцу живота. Прямая мышца живота это те самые кубики, которые у нас есть. Должны быть, по крайней мере, у каждого и у человека. Как определить границу, можно еще, опять же, попросить поднять голову и граница будет четко определена таким вот образом. Можете ложиться. И нам нужно по всей длине этой мышцы наклеить тейп с захватом 1-2 см дальше нее. Вот она у нас прямая мышца живота. Нам надо наложить тейп на всю ее длину с небольшим захватом 1-2 см за пределами прямой мышцы живота, чтобы все это стянулось у нас. Как отмеряется лента? Мы берем просто, отмеряем ее и заходим как раз-таки на границы прямой мышцы живота с захватом 1-2 сантиметра дальше нее. Вот так вот отмеряется тейп. Далее нужно его просто-напросто обрезать. Обрезаем его. И основное из правил это закруглять концы тейпа. Для того, чтобы просто уголки не цеплялись за одежду даже в большей степени, не цеплялись пальцами и не сдирался тейп. После этого нам нужно кожу обезжирить, что мы предварительно сделали. То есть вы берете обычную спиртовый какой-то антисептик, либо спиртовую салфетку, наносите на поверхность и просто-напросто вытираете его до суха. Берем теперь ленту тейпа и разрываем ее посередине через разрыв бумаги. То есть не надо ковырять его пальцем, мы просто берем и вот таким вот образом разрываем тейп. Натянули, оставили по краям от 3 до 5 сантиметров так называемые якоря. То есть это те места, которые никогда не натягиваются, никогда не натягиваются при наклеивании. И вот у нас уже, по сути, готовый экземпляр для того, чтобы тейпировать диастаз. После этого положите своего человека, пациента в расслабленное положение, он не должен не напрягать живот, не надувать его, ничего с ним специфически делать не нужно. Это все слишком индивидуально, поэтому мы находим линию диастаза, встаем над тейпируемой зоной и натягиваем тейп до 50%. То есть как это определить? Если максимально это 100, без натяжения это 0, то нам нужно из вот этого и вот этого выбрать половину. Вот и все, это 50%. И просто сверху наносим без изменения натяжения ⁇ Тейп ⁇ Якоря остаются, как вы видите, без натяжения. Проглаживаем от центра к наружи, к периферии. И снимаем просто бумагу без натяжения. И можете этой же бумажкой просто наклеить якорь. С одной стороны и с другой стороны. И растереть до ощущения тепла под пальцами, потому что клей в кинезиологических тейпах, он термоактивный. Наклеили, прогладили и вуаля, если вы посмотрите уже на кожу, то она будет немножко в складке, потому что середина тейпа сейчас стремится как раз таки свести Края самой мышцы к центру. И происходит у нас следующий эффект. Теперь нужно закрепить это все упражнением. Лучше всего подходят статические упражнения, то есть не качать пресс, а на плечи держать его. Из позиции лежа сделать нужно следующее: поднять голову. При этом вы почувствуете, как поясница прижалась к полу, к поверхности, на которой вы лежите, и оторвать лопатки. При этом руки можете держать свободно перед собой, либо поставить за уши как наушники. Но при этом не держите в замке руки на затылке, иначе вы будете тренировать голову. Находимся в этом положении от 30 до 40 секунд, чтобы схватилась прямая мышца живота, укрепилась белая линия и тейп, стянув мышцу, закрепил это все результат. Отдыхаем в течение 10-15 секунд. Будет легкое жжение это то, чего нам нужно, то, чего мы добиваемся. После этого повторим еще подход. И таких подходов необходимо сделать от 7 до 10. Делать это нужно ежедневно, пока носите тейп. Тейп носится от 5 до 10 дней. Можете ложиться. Пока носите тейп, эти упражнения желательно делать, нежелательно, а прям обязательно ежедневно после чего тейп снимается. Как снимать тейп, мы вам сейчас покажем. И кожа должна отдохнуть 1-2 дня. После этого тейп наносится снова. И так необходимо делать в течение от 2 до 6 недель. Результатом эффективности ваших действий с тейпом и упражнениями будет то, что плотность и ширина диастаза будут уменьшаться. И вы под пальцами уже не будете чувствовать глубокого проваливания в живот, а будете, уже заходя в белую линию живота, ощущать плотную структуру. То есть это показатель того, что живот собирается. Как снимается тейп? Тейп не нужно отдирать вместе с кожей, иначе будут оставаться под клеем слои э, раздражения. Тейп лучше снять следующим образом. Вы просто скатаете край. И сделайте это очень мягко и нежно. Nice and easy. Вот это можете выкинуть в мусорку, либо отдать собаке поиграть. Все, кожа у нас отдохнет. Видно, да, на маркере, как клей будет располагаться. То есть он волнообразно здесь располагается. И то же самое вы можете увидеть на животе. Поэтому будет легкое покраснение в течение полудня. Потом это все пройдет, никакими кремами дополнительно ничем пользоваться не нужно, кожа отдохнет, переклеите и будете повторять делать свои упражнения. Пользуйтесь!